Всем привет! У нас сегодня в гостях снова киндеры-бегемотики, да? Да. То есть это видео очень много набрало просмотров. Мы решили еще раз попробовать эту коллекцию. Может, все-таки мы дособираем того бегемотика, у нас же там одного нету. Первый обычный, да? Да, обычный. Машинка! Первая машинка, наверное, Hot Wheels из коллекции. Да. Сейчас посмотрим. Да? Это коллекция Hot Wheels. Нам попалась желтая машинка. Вот такая вот машинка. Возможно, даже светится. Там какая-то лампочка. Ну, что, бегемотик? Нам попался первый бегемотик. Это, наверное, балерина. Да. Нам попался первый бегемотик. Вот из такой коллекции. Давай я покажу. Вот такая балерина. У нее крутится. А как же она крутится? А, просто где, если держать за цветочек, крутится балерина. Первый бегемотик есть. Что нам еще попалось? Пружинка. Угу. Какой-то интересный механизм. Какой-то чудик-попрыгунчик. В коллекции три чудика. Похоже на ам-няма один. Ну, давай я покажу. Попробую сделать. Так, это... Получилось? Без клампы. Вот. Да, вот. Вот такой чудик-попрыгунчик. Веселый. Что, опять простой? Угу. Что-то сегодня мало бегемотиков. Опять такой. Что это? А, что-то непонятное? Да, опять. Давай покажем. Попался вот такой чудик. Что с ним делать, мы так и не поняли. Чтоб не отломать. Коллекционный? Угу. Опять этот. Это кто? Супермен? Подожди, я сейчас с этим. Ну, пока клей, я сейчас с этим разберусь. Вот такой чудик. Как-то нужно что-то крутить, чтобы он якобы, наверное, прыгал. Мне кажется, он сломается. Если его выгинать. Да его не надо уже. Да? Это просто ноги. Не, это ж прыгунчик. Так, у нас второй бегемотик. Вот эти ноги. Бегемотик это космонавт, наверное. Не, а, ноги? Да, у него прыгающие ножки. Да. То есть, если его надавить, он, возможно, подпрыгнет. Не, плохо. Какая-то печатка, только без печаток. Ну да, надо нажимать, и он должен взлетать, космонавт. Глазки наклеишь? Конечно. Да, вот такой вот уже готовый. Что, еще одно коллекционное? Да. Ну что, кто нам? Нам попадется? У нас же, кстати, нету супермена какого-то там. С трубой. Угу. Трубопроводчик. Так, у него две наклейки у строителя. Это жилетки, наверное, строительные. Угу. А на сзади одна. Да, вот он наш бегемотик. Ну. Давай я наклею, может, соберу. Так, а куда? Подожди, куда что клеить? Надо разобраться. Спереди такая. Обычно? Да. Что-то напоследок. Бегемотик. Сейчас мы ему наклеим.
кофточку его. Человечек попался с двумя лицами. Что там? Так, строитель готов. Так, три бегемотика есть. О, я забыл трубу. Пусть будет так. Обычный. Ну, подожди, я сейчас этого покажу. Попался нам вот такой еще человечек. У него два лица. Одно веселое. Второе грустное. Руки не крутятся. Какой-то он печальный. В коллекции. Сколько у нас их тут разных таких? Аж четыре. Это, наверное, какой-то мультик. И что еще? О, что-то новенькое. Нам попался. С четырьмя наклейками. Нам попался какой-то мусорный ящик, наверное. Что это как в натуре, как мусорные ящики. Да, туда надо. А, вот она клейка, это он бумажки ест. Точно, это мусорный ящик на колесиках. Соберешь? Нет. Давай. Колесики это вот эти ножки. А вот его ножки, они, наверное, может, рисуют. Да, это карандаши. Но на этой бумаге не рисуют. Тут плохая бумага. А где голова? Так, а как же. Ага, вот так вот. Сейчас мы соединим. Вот он, наш мусорный бак. А эту бумажку он должен съесть. Как показывает инструкция. Может, на него надо наклеить? Не, это ему туда внутрь. Он это кушает. Туда ему ням-ням. Почти закрылось. Ну, ой, в инструкции где-то так. Можно клеить. А еще бумажки оставляют. Ну да, он любит есть бумагу. Смотрите. Закрылась? Ага. И у него еще друзья. Кто-то ест железки, кто-то ест стекляшки, кто-то ест остатки продуктов. А у нас попался тот, который ест бумажки. Можно посмотреть? Конечно. Ну, глаза у бегемотика отклеились. Кто ест мусор? Да, нам попалось сегодня аж три бегемотика. Нет, ты думаешь, что наклейки? Нет, он просто показывает, что он ест. Или он наклеивается. Одна книжки. Вот эти наклеивают, да? Сюда. А, точно, можно отклеить. Ну ладно. Прятай в него. Это одну. Есть. Есть? Точно, готово. Ну, остальные прячь. Что, так и не попался нам Супермен, да? Нам. Если вам нравится видео, то ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал. Пока-пока. До новых встреч.